что такое химия? Химия – это всякие испытания, всякая жидкость. Химия – это то, что делает человек своими руками. Например? Например, липучки всякие, брызгалки всякие. Химия – это такое занятие, которое занимаются дети в школе, ученые. Химия – это мыло. На уроках химии они слушают, а потом пробуют сделать так же, как их учитель. Там, например, переливать всякие химикаты, что-то. Удобрения, например. А как отличить их? Вот есть ли в продукте химические добавки или нет? Ну, бывает, люди обманывают, что там нет, а добавляют. Если оно чуть-чуть черное, тогда там отрава. Бывает химия, чтобы стирать вещи. Это плюс, да? Плохо это то, что люди могут не понять и съесть. Чем занимаются химики? Они производят опыты. Они делают химию. Делают какие-то зелья. А для чего нужны опыты, расскажи мне? Чтобы узнать, например, животные болеют или нет. Люди всей страны Тирасполя. Не надо говорить, не надо кушать химию, потому что вы можете понять, что это соль. Добавить всякие супы, борщи. Соль – это химия? Нет. А при чем есть химия к соли тогда? Она немного похожа на соль.